Всем привет, меня зовут Антон, с вами магазин Доски Шоп, и сегодня мы для вас заснимем обзорчик на крутые самокаты от компании Fusion 2020 года. Поехали! Итак, ребят, первая моделька, которую мы будем с вами рассматривать, это Fusion Z250. Итак, ребят, в руках у меня моделька Fusion Z250. Давайте кратко пробежимся по его техническим характеристикам. Начнем с веса. Вес его составляет 3 килограмма 700 грамм. Далее характеристики руля. Высота у него 60 сантиметров, ширина 56 сантиметров. Доска в длину 50 сантиметров, в ширину 11,5 сантиметров. Самокат собран на системе iHeek. Вот такая вот системка. Колеса стандарт 110. Довольно удобный, интересный самокат. Давайте приступим к следующей модельке. Следующая модель у нас Fusion Z300. Итак, следующая моделька самоката. Сразу перейдем к характеристикам. Руль у него чуть-чуть повыше, чем у предыдущей модели, 58 сантиметров. В ширину чуть поуже, 58 сантиметров. Далее у нас доска в ширину идет 12 сантиметров, в длину также 50 сантиметров. Что касаемо системы, также iHeek. И самое интересное в этом самокате — это колеса. Колеса с внутренним рисунком под геликом. И прозрачный гелик, соответственно. Очень крутой самокат, очень крутой дизайн. Давайте перейдем к следующей модельке. Итак, ребят, заключающим самокатом в линейке Fusion у нас является моделька Z350. Особенные черты этой модели — алюминиевый руль, а что означает меньший вес, и, соответственно, вес самоката у нас всего 3 килограмма. Далее по параметрам руль в высоту 59 сантиметров, в ширину 57 сантиметров. Досочка у нас в длину 50 сантиметров и в ширину чуть пошире от предыдущих моделей 12 сантиметров. По колесам стандарт 110, full core. И по системе также iHeek. Очень достойные модели, очень классные варианты. А теперь дополнительный бонус от этой компании. Давайте к нему перейдем. Бонусом от этой фирмы у нас идет дощечка. Про модель от Лео Спенсера. Вот такая вот классная доска с крутым швом в виде ножниц. Очень прикольно сделано. И вот таким вот принтом. По параметрам длина у нее 50 сантиметров, ширина 11,5 сантиметров. Довольно легкая и красивая доска. На этом все. Наш обзор подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Антон, магазин Доски Шоп. До скорых встреч!